Алексей, после, приветствую. Наш скоростник, быстрый, перспективный, хороший, боец. Тихо. Да, билет пришел. Все. Номер один в своей группе. Бой. Бой. Сейчас начнем. Приготовились? Кура города. Бой. Сдалека на стрельный билет. Сдалека. Поработай сдалека. Давай без ближнего, а то мы на дальней дистанции поработаем. Без ближнего боя. Лёшка, скользай, не можешь бросай ручку. Иди дай Даниле. Данила, иди посмотри время. Началась в 30, они начали бой. 3 минуты. Эдгар, 1,5 минуты. Давай. Ты что, за временем неправильно следишь? Они еще только побились. Только минуту побились. Минута! Какая минута? Уже минута. Нет, еще не минута. Я скажу, когда минута. Вот теперь минута. Я думаю, они 40 секунд. Вообще-то мы начали 30 начинать. Я начал 40. Запись. 30 секунд прошло, они начали бой. Все, тихо. 3 минуты. Через 10 секунд 30. Через 10 секунд. У меня началась запись. Они в 30 начали бой. 3 минуты. 30 секунд. Нет, чуть-чуть. 10. 10 секунд. Стоп. Отдых. Отойди. Бей, Леша, надо было бить уже.
Минута 30. Пошли, говорят. Бей, бей, что не бьешь. Ты что, двойку сделал и остановился. 10 секунд, минута. Вот, надо запомнить. Какие шансы? Надо запомнить. 5. Вот. Минута! Ты же к этому быть готов, для этого ноги нужны. Когда провалишь, уже ноги должны быть готовы. 30 секунд! Смотри, что теперь? 10. Как 10. Леша, как на деньги. Готовь ноги на деньги. 10. 5. 5 секунд. Давай, Лёха, куда? Стоп! Вот это. Перчатку туда. Кружок подращается. Сюда ложи. Положи время. Положи. Вижу углы. Говори минута. Минута! Почему в фокус не работаешь? Давай. Прямо время. Леша. Я тебе буду говорить. Отойди, Эдгар. Сейчас. Ну. Леша, попробуй в голову. Давай, давай. 33. Давай, давай. Помнишь, 30 секунд! Кончики, Лёшка, в сторону немножко. Когда рука к тебе идет, сразу перед тебе наклонись. Когда рука пойдет. Он целится, видишь, он целится. Ну, вот надо ухватить, нужно и вперед на него пойти. Он хочет тебя рубануть. Ну, а не, руку не дотянул. Иди под левую руку, не иди. Сейчас 10. 10! В другую сторону. Пять! Пять! Стоп! Стоп! Куратор, Леша. Ну, бой! Бой! А, Леша, он подопечный. Бой. Я тебе буду говорить. У каждого своя программа индивидуальная. У каждого своя техника. Вы же заметили по поединкам. Под каждого бойца подбирается индивидуальная программа, что лучше для него. И мы готовим конкретно, что лучше для бойца, что
что мы в этом вот, направлении вот, развиваем. Сделай так, постоянно. Пропускай это, но давай не тренируй. Как она попадет в эту голову? Вот видишь, я же говорю, не знаю. Покажи, что ты не стесняешься, Леша, попади ему. Леша, давай, докажи, что ты не стеснительная девочка. Вот именно. Покажи, давай. Ты не жалей. Ой, рискуй так. Периодически, Леша. Во, молодец. Что это так? Стоп, я тебе скажу, когда. Минута. Он сейчас хочет тебя выявить, подавить. Защите, где все равно мышцы, держи ручки. Минута! Не минута еще! Давай, еще не минута, дебил. Будь готов, как... Блин, тихо. Блин, я же быть готов, что может быть атака. Бей, Леша, помоги. Бей. Че ты не бил? Он затормозил немножко. Бля, будешь притормаживать, будешь жалеть, сам получишь. Вот сейчас бей. Нет, такие как ты вырубают через бровь. Но когда соперник очень сильно превосходит, тогда вид в бровь надевается и все, выиграл бой. Минута! Голову! Чего не бил, блин? Ушел, запах не бил. Опять было открыто.
новых. Держи ручки, возле корпуса близко. Он будет стараться боковым попасть. Видишь, он не опустил, пошел сразу вверх. Не тормози. 30 секунд! Без кирки вылезь! Леша, три... Объявляй. Потому что по нашим правилам он хочет с Глебом защищаться, сразить второй, третий номер у нас есть в группе. Вот, зачем мы сняли? Я еще что забью. Если танцовочку сделать. Леша, стой, микрофон. Ну ладно же, размотали одну. Кстати, вы так не натягиваете. Ага. Я вам покажу, смотрите, легко, да? Легко разматываем, легко. А ты еще можешь делать вот так рукой махать просто. Не надо, зачем? Я вам покажу. Просто как можно легче скидываете сумки, можно легче. Потом берете, Леша, вот именно берешь, вот по центру, так поднимаешь, все, размотался. Сам. Размотался, вот, видишь, все. И потом вот так легонечко, помягче меня дома повесить, на что-нибудь покушать. Я на объявляю же. Так, в этом бою победу по очкам одержал Глеб Кобяшков. Алексей тоже молодец. Давай. Да, давай.